Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Здрасте! Здрасте! Девочки, мальчики, дамы, месье, давайте мы кофе попьем с вами, деточки. Да? Я утром поднялся, да, вот. Я поднимаюсь вот в такое время, да. Ну а что делать? Что делать? Да, видите, как у нас хорошо. Белая черемуха. Да? Ребят, ой, знаете, у меня мысль такая, кровожадная, наверное. Ой, кто утром ранним встает, тот добрым бывает. Да. Девочки-мальчики. Погода испортилась. Блин, такая пасмурность. Боже. Ну ничего. Ничего, девочки-мальчики. Это же ничего. Это нормально. Это нормально, да? Ой. Житя моя. Знаете, мне некоторые говорят, что я не русский. Не знаю почему. Из-за фамилии, наверное. Китаец. Да. Наверное, китаец. Вот какой-то вот, знаете, вот утром. Ой, можно вот так сделать разрез, вот, да? Такой утром. Ну, утром вот такой вот разрез. Ну, как будто глаза слиплись. Ой. Прям вылитый китаец. Угу. Я не знаю. Как вы считаете? Я утром не кушаю. Я утром только кофе пью, девочки, мальчики. Вот так вот. Беру вот так вот. И кайфую. Как песня поется. А я кайфую. А я кайфую. Я сегодня кайфую. Кайфую, кайфую, да. Кайфуша, кайфуша, ой, какая ты Марфуша. Ой, девочки, мальчики. Какие-то комментарии я вот там, ну, один написал, что он обосрался. Мне-то какая разница, обосрался ты или не обосрался, это мне просто интересно. Ну, нахера ты мне такие комментарии пишешь? Ну, обосрался он. Подгузник одень, мама дорогая.